Анна, давай быстрее, музыка сейчас идет. Нормально, да? Знаешь, это так восхитительно. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, и да, сегодня у нас не будет разборов на укулеле, сегодня у нас будут очередные моменты жизни колледж. Я планировала, что это будет последний выпуск из этой серии моментов жизни, но когда я начала монтировать, поняла, что у меня есть остатки, где я там хихи-ха-ха, ходим на пары, нам весело, и поэтому эти моменты жизни я решила разделить на две части. То есть сегодня у нас обычные моменты, как бы предпоследние, и уже чуть позже будут прям супер последняя серия моментов жизни колледж. Ну а во всем по порядку, погнали смотреть. Моменты жизни. Знаешь, это так восхитительно. Играет. Это что за нота? Это... Почему Ильсур, когда начинает играть, у него все в татарскую музыку превращается? Он у нас модный. Смотрите, вот это. Стразы, топазы. Помазака, ты рассвет. Когда не знает слова, просто и такая танцует. Скажи ответ, да, нет. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой. Но где моя ты дрыгаешься? Звезда? Я тебя прощаю. Моменты жизни. Ну так как сегодня у нас выпуск посвящен баянам и аккордеонам, самое запоминающее, самое последнее, что мы слушали, сыграем вам на баяне. Моменты жизни. Выступает заслуженная аккордеонистка нашего Набережно-Челнинского педагогического колледжа Анетта Хакимова. Сдавать экзамен, а я смотрю в ноты и не могу вспомнить, как начинается произведение. Молодец, умничка. Да. Можешь под небом Париж сыграть? Нет. А к кому мне обратиться? К Ильсуру? Да. Моменты жизни. Так, всем здравствуйте, это наша новая съемка. Да не буду снимать. Все, тихо, все, цыц, стоять, стоять, стоять. Так, многие меня спрашивают, почему у вас на музыкальном отделении нету парней. Вот, показываю. Эй, его зовут. Давай, Ронис, представься. Стой. Ильсур, стой. Ильсур. Так, Ронис, Ронис, красавец. И... Давай, Дани. Любимец Ройса Матыгуловича. Она оглушила меня просто.
Оглушила свою игру. А вот у меня нет, да. Блин, Диана, я тебе вообще не завидую, скажу тебе так честно. Как ты доверилась мне, моей профессионализму? Моей фамилии. Это очень хорошо звучит. Диана тебе доверяет. Конечно. Что? Я бы не доверила сама себе. Слушай, очень элегантно. Покажи. Вот элегантно. Ага, элегантно, красиво. Так, сзади, киса. А зачем сзади она выступает спереди? Спереди надо. Слушай, ты меня не отвлекай, я сейчас ее сожгу. Видишь? Даш, что делаешь? Полетучие кудри. Что у тебя там? О! Я думаю, все, хватит ей. Че хватит? Она одну песню поет, а я вижу кудри больше всех. Диана, ты потом будешь своим внукам рассказывать о том, что тебе плела кудри сама Даричка. Моменты жизни. Что ты говоришь, что приготовились? Да подожди, я репетирую. Давай бегом и кушать. Вот и чё? Растягиваешь, не растягиваешь? Не хватило у меня. Рассказывай. Тихо. Мы отлично позанимались с Раисом Мадагуловичем. И сегодня это были не деньги. Сегодня Раис Мадагулович дал мне конфетки. Они производятся на Сидоров каким-то парнем. А еще, знаете, что он мне подарил? Флешку 8-гиговую. Чё? Нужно ходить к Раису Мадагуловичу просто. А мне говорит, Диана, тебе не нужна флешка? Блин, это хороший подарок. Алла, что ты скажешь? Она обзавидовалась мне уже. Она передо мной сидела, и ей не дали конфеты флешки. Да, я дали. Перед этим на урок приходила. Пипец. Взрывная карамель. Как конфеты, расскажи. Я хочу пойти на ура. Я тебе за это конфеты отдам. Жили бабуся, два девочка просто нам сегодня забежала на мусора. Красота! Вот почему у нас сейчас нет вот этой моды, да? Вот этих платьюшек, этих фартучков, да? Вот эти вот приличные все дамочки. Это просто ты... Куда это все делось? Так-то есть. Просто вспомни твои... Так-то есть, у нас в школе носят. Нет, вот да. Это сейчас все. То, что Альбин, у вас свои ресницы или нарушены? Ну ладно, это я для удобства сделала, чтобы не краситься. Ну вот именно. Да что же, это же для удобства. У меня же нету вот таких ярких теней. А раньше в Советском Союзе ничего не было. Не наращивали, ну я знаю, была бы советская. Это было великолепное время, как бы ты делала свои нарощенные реснички. Не надо мне, я бы жила спокойно с мороженым за 50 копеек. 50 копеек слишком дорого. Дорого, да? Ну, это да. Очень дорого. А сколько там стоит? Вообще два, наверное. Два копейки. Нет, ну просто, знаешь, мне за моду жалко. Es ist kalt in der Nacht, kein Mensch unterwegs. Alle sind zu Hause und bequem. Sag mal zu reisen, also fährt durch den Schnee. Es ist dunkel und kalt, es kann was sehen. Am Straßenrand sieht ein Mann, der riemelt leise, ich friere und bin krank. Mann nimmt seinen Mantel und zeigt ihn der zwei. Und dann der zwei Hause hat sich für beide gereizt. Ты понимаешь, о чем это сейчас читается? О чем это вообще, понимаешь? Es ist kalt in der Nacht. Про то, что дети, короче... Ну ясно, ага, спасибо. Рассказываем быстро, что мы случилось. Мы сегодня надели хореографические туфли, и у нас с Дианой прям проснулся азарт латиноамериканских танцев. Да. Да, мы сегодня чичичисты. Чичиисты? Да, мы чичиисты. Можете... Как наши хореографические. Смотри, мне, в чем преимущество этих туфель? Ты можешь вот так сделать, ты можешь делать вот так. Они эластичные. Супер эластичные, я боюсь, что я с них упаду, но это не сегодня. Можете, пожалуйста, продемонстрировать?
вот все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Если тебе понравился этот выпуск, то можешь поставить свой лайк и подписаться на канал, если ты до сих пор это не сделал. А я напоминаю, что сейчас выходит видео аж 2 раза в неделю. Невозможно такое пропустить, обязательно подпишись. Также напиши свой комментарий, понравился тебе этот выпуск или нет. Или там отзывы, предложения, все дела. У нас всегда эта система рабочая. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. И моя любимая группа М151. Скоро увидимся. Пока!